Поисковые запросы в Яндекс в этот день вышли в офлайн. В эти выходные для воспитанниц 2-го Барнаульского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, организовали День красоты. Самое главное, чтобы конец бровей не был ниже, чем начало. Иначе у нас будет такое грустное лицо, такое, знаете, пьеро. Вот. Поэтому подъем, перегиб и спуск. Девочкам 15-16 лет. Лучший возраст, чтобы сразу учиться наносить макияж грамотно. Запоминали, как наносить тени, ухаживать за кожей и как сделать лучший макияж. Если ты хочешь накраситься и тебе плохое настроение, то у тебя все пойдет ко дну. А если наоборот? А если наоборот, то ты хорошо и красиво накрасишься. Не пойдешь же там на свадьбу или на мероприятие какое-то накрашенной. Все-таки девушки. Самое главное прозвучало, что кожа должна быть здоровой, кожа должна быть чистой. Должно быть настроение, а все остальное, оно все приложится. Поэтому найдем, чем рисовать. Самое главное, чтобы было настроение и желание. Желтый – это про позитив, то есть солнечный человек, который позитивный, радуется жизни. Очки яркие добавили, знаете, для такой самоиронии. Да, я такая, и я честно себе в этом признаюсь. Яркий браслет, но это опять цвет, он про проявленность. То есть я начинаю жизнь, я себя пробую. День красоты для воспитанниц на благотворительной основе организовал Барнаульский бизнес-клуб. Эксперты на день стали преподавателями и не только красоты. Состоявшиеся и нашедшие себя предпринимательницы делились более глубоким подходом к жизни, учили создавать интересные ритуалы в повседневной рутине и не бояться. Девочки, вообще не важно, кто что говорит в вашей жизни. Важны в этой жизни только вы. Тем более вы у себя, к сожалению, к счастью, плюс-минус одни. И даже я вам больше скажу, когда я шла в свою реализацию, была одна. Любые касания детей с внешним миром, которые расширяют их кругозор, полезны в любом количестве. Потому что каждый возьмет из этих 2 часов свое. Кто-то возьмет все, кто-то возьмет совсем чуть-чуть, кто-то, может быть, вообще не возьмет, но возьмет в другом месте. И такие мероприятия расширяют их кругозор, и на выходе в взрослую жизнь они уже смогут выстроить свою жизнь каким-то более интересным и многогранным способом. В конце этого дня каждая девочка получила советы по макияжу и стилю, профессиональные фото, научилась сервировать стол и стала чуть лучше понимать, чего она хочет и как этого добиться. Все это должно помочь воспитанницам после выпуска встать на ноги и опираться на себя. Анастасия Дороган, Владислав Ковалев. День с толком.